Сегодня у нас осеннее равноденствие, пик. Уже много работы проделано, и часть свечей уже сделана. У меня будет 3-4 захода. И сегодня решила, у меня были в основном свечи наполнения и квантовых скачков, но решила сделать то, что полмесяца назад задумала и пообещала. В связи с тем, что мы сейчас собираем на операцию коту, решила сделать такую групповую чистку в закрытом доступе. И как бы оплатой, откупом будет как раз работа на кота. То есть все будут перечислять на операцию малышу. Там челюсть, глаза, челюсть и кастрация. Он борется за жизнь, и он борец. В общем, это будет чистка. Чистка кармы. Девятый месяц, девятка, окончание всего. По-моему, 9 или 8 планет ретроградных. Сяду, напишу об этом. Надо восстановить в голове сейчас много всего. Но такие, Сатурн, по-моему, Уран, Меркурий, много чего, что помогает закрыть карму. То, что карма как таковой планетарно, уже все эти ограничения сняты, иначе не было никакой революции бы. Но есть те пазлики, то, что мы оставили сами для себя, для добычи своей силы, осознания, для опытов, для открытий, для вскрывания заблокированных нами же в многомерности энергии и так далее. И вот сейчас отличный период для того, чтобы и планетарная конфигурация, для того, чтобы основные конфеты свои забрать, основную силу, пройти основные, закрыть основные гештальты. Спрашиваю, что вот эти вот 5 свечей, которые я планировала, 4 или 5, от приворотов, любых воздействий градников, переносы, переклады, стяги, вот эти зеркальные работы, все, что... Крадники судьбы, вот это все, что я давно хотела, но тут случился кот, у нас тут еще война и все остальное, и я отложила эту работу и занималась воронками в основном. Вот это вот вдруг пришло, что вот сейчас самое оно, прямо у меня настроение огненное, и мне хочется опять слиться со стихией огня и поработать в этом ключе вместе с воронками и моими новыми инструментами. Завтра будет еще несколько... В закрытом доступе они появятся, с большим количеством завтра должно прийти новых инструментов. И вот эта серия, которую я давно анонсировала, и часть, которая уже есть в закрытом доступе, вот она пополнится очень мощной работой. А сейчас я просто спросила, ну хорошо, появилась эта чистка, давно я этим не занималась. Мы чистимся сейчас в основном другими стихиями, ветром, землей. Так как я прописываю курс по стихиям, и сейчас у меня то была вода, сейчас ветер, земля в основном в работе. И потом будет чистка тоже четырьмя стихиями. В общем, спросила я, что же дадут эти свечи, которые я уже вижу перед глазами, знаю, какие руны я нанесу кристальные, знаю, что я еще в потоке буду колодой выбирать руны. Спросила, групповая общая свеча, пучок свечей с теми, кто уже заказал свое участие, свое место в этом пучке. Что мы получим? Мы получим мир, все-таки окончание всего этого, закрытие гештальтов и как бы подведение итогов, благополучно взятые знания, уроки, опыта. На дне у нас было солнце, то есть ясность и прояснение будет бомбезное. А прилив силы бомбезный. И буду еще работать с янтрами солнца заодно. А с янтрами закрытия гештальтов я часть не выставила, того, что и Полина считывала. В общем, это отдельный вид работы, отдельный плейлист будет. Может, что-то будет в свободном доступе. А мы долго шли к этому, долго ожидали. Это были посевы не одного дня и, может быть, не одной жизни. Мы пришли к самодостаточности, когда мы взяли свои уроки по девятке пентаклей, это семерка пентаклей, по девятке пентаклей мы взяли свои уроки, мы опытные, мы обрели уникальный опыт, мы самодостаточны, мы себя сделали, мы ни в чем, ни в ком не нуждаемся, то есть можем строить партнерство на паритетных
основаниях, без всяких привязок, без материальных, эмоциональных и других привязок. Мы победили. Шестерка жезлов. Мы победили и можем вести за собой. Притом со стенгом идет, с магическим инструментом. Весь в броне и в защите, то, что многие ожидают от себя, что наконец-то ты станешь, закончатся все эти так называемые войны магические, и ты станешь свою силу и будешь неуязвим. Ну, а этим мы как раз и занимаемся на занятиях и везде с коконами. Так, вот такая вот история. Сейчас посмотрим, что еще у нас. Аж не хочется убирать, так они мне понравились, даже села снимать. Что у нас под солнцем? У нас были и импульсивные действия, и бои. Вот тут единорог шел добиваться истины. Защищали эмоции, были эмоциональные всплески, было чувство жертвы, были движения вперед. Тут еще прорисовывается, у кого личная история ревности, страсти, жертвенности в семейной жизни, гульки, измены, тупик, да, и опытные женщины. Те, кто в семье, вот тут вот эти все измены и все тупики, незнания, как реагировать, с этим разбираемся. Переход в новое, в любовь, в ответственного мужчину, у кого-то может быть супруг, который пойдет в трансформацию, получит новый шанс, новый всплеск энергии и новые начинания, паж пентаклей, паж жезлов, новую мудрость, чтобы работать над собой, уходить от созависимости по справедливости, по кармическому уроку, обрести свою силу. Тут и судебные дела у кого-то с элементами тоже решаются. Красивенько получилось, но работать надо.